Да там по колено. Здравствуйте. Здравствуйте! Вас эвакуировали с дачи? Да. Удалось что-нибудь спасти из урожая? За счет картошка, того, что остались. А так бы помидоры, огурцы, физалис, батат. А вы сами позвонили в МЧС? Да. Со мной МЧС связывалась в течение 3 недель. Я им диктовал каждый день уровень воды, сколько подтоплено, сколько чего. То есть меня знает администрация города, администрация района, администрация Кошевой Георгий Петрович. Главное управление МЧС, дежурная часть. В общем, вы на острове кабельный старший, да? Ну не старший, я просто самый неспокойный. Еще кто-нибудь на острове? Да, еще 3 человека. 3 человека. Они что думают, когда они будут эвакуироваться? Никогда, пока вода не спадет. А живут они где? Дома. Ну, на крышу не переместились никуда? Да, ну что, там у нас сухие места. Сухие места? Ну, сейчас 3 гектара сухой земли. Я понял. Так, грибы собираем еще. Продукты есть у них, как они, хлеб у них? Да все есть.